Привет! Мне тут понравилось записывать разговорное видео по Смайту, и на предпоследнем, получается, стриме мы затронули опять ту самую больную тему, связанную с ММР и ранкидами, которая меня постоянно цепляет. Я хотел бы показать вам разговор на стриме со своими зрителями, и для чего я это делаю, собственно, чтобы вы на моем канале могли прокомментировать как-то это, чтобы я прочитал ваш фидбэк. Мне хотелось бы услышать, собственно, ваше мнение по поводу в целом системы ММР и ее поднятия. То есть я там все подробно, в принципе, рассказал, но для чего делаю пояснение? Да, собственно, для самых хейтеров, наверное, которые мне всегда говорили, мол, играй в пати там или еще что-то. Там я на все это, наверное, ответил. И, собственно, давайте смотреть ролик. От вас жду какую-нибудь обратную связь. Ну, минус опять ММР. Видите, вы говорите, играй в пати. Тогда играй в пати. Вот я играю в пати с человеком, у которого больше 2000 ММР постоянно. Человек играет в разы лучше меня и в разы лучше всех, кто был сейчас в катке. Мы сыграли в пати, пожалуйста, минус 46 ММР, 1300, добро пожаловать. Не решает, понимаете, игра в пати, но не решает. Могли бы мы быть в голосе, без голоса, это вообще не решает никак. Если у тебя в пати, точнее в катке, АФК, соло и нет фронтлайна в виде саппорта, ты хоть, мне кажется, втроем будешь играть, и вот два человека тебе будут мешать в любом случае. Поэтому все это херня, чат, все это просто херня. Мой саппорт поставил два варда. Он не нанес урон, он сыграл 0-7. То есть, смотрите, он не нанес урон. Как, ну, обычно маги, которые идут на саппорт, так и делают, да? Он не нанес урон. Он не вардил ничего. Он не с фронтлайнил вообще ничего. То есть, вот этого персонажа в катке не было. Вот этого. То есть, вот этого персонажа в катке не было. Но она была вот на первых минутах. Я ее два раза спас, чуть не погибнув в самом начале. И все. Вот она была, и все. Сейчас и вот всю катку ее не было. И есть вот этот персонаж, который нанес столько же урона. А столько же урона что означает? То, что, ну, он как саппорт нанес урона. Она не наносила урон, а у него столько же. Соответственно, что? Вот этого тоже не было человека в игре. Он сыграл 1-2-1. То есть, он не поучаствовал вообще ни в чем. Его просто не было. Его просто не... Вот втроем мы играли. И один из них был со мной в пате. Типа, вот вы говорите, играй в пате, так проще. Не проще, чат, не проще. Пересекающиеся роли, чтобы вы постоянно были вместе. А так ты на ду, а он по всей карте. Если брать лес и мид, или сап и лес, будет лучше. Так, подожди. Лес и мид — это то же самое, что лес и АДК. Только здесь еще один человек мешает просто. Если ты про это... Ну, это и так понятно. Тут видишь, в чем прикол Химута? Я в смайте уже 6-й год, по-моему. По-моему, 6-й год получается. И я, типа, давным-давно выявил вот эту формулу поднятия ММРа не на себе. Я не говорю, я никогда высокий ММР не поднимал. У меня максимум, что было, это мастер в 1-1. Но это когда не было даже ММРа. У меня была мастерская рамка, все дела. И мой ММР максимум был 200 с чем-то, по-моему. 220 или 240. Это максимальный ММР. Я никогда не был на высоких ММРах. Вот. И за все эти 6 лет я понял то, что поднимается рейтинг только за дротс. И формула поднятия ММР, она проста. Она перед моими глазами у других стримеров, у других контент-мейкеров, у других наших задротов, которые там играли, ну, пытались в турниры играть, там, ну, крупные турниры, я имею в виду. Формула одна. Это задротство, задротство и количество игр. Понимаешь? Я не видел ни одного еще человека, который дошел до высокого ранга, имея мало игр. Соответственно, что мы имеем? Нужно хорошо, стабильно играть. Хорошо, стабильно играть. И играть много. И тогда ты, скорее всего, поднимешь рейтинг. Скорее всего, если ты не бездарь, как я, ты, скорее всего, поднимешь вот этим количеством игр. Почему? Потому что у всех людей абсолютно в смайте. Я других и не видел. Могу ошибаться, есть, наверное, исключения. Но, как правило, у всех людей одинаковый винрейт. Это 50%. Винрейта. У хороших игроков больше 55%, больше 55% винрейта, это у хороших игроков. У средних вот 50, 52, 53% винрейта. Всегда. Вот я других и не видел. ММР измеряется просто в жопа часах. Я не могу себе позволить играть в день даже 10 игр в смайт. Ну, то есть ты понимаешь, да, к чему я веду? Типа, с винрейтом 50% и играть в день там 5-6 игр, я просто, ну, физически... Во-первых. А во-вторых, теоретически и механически, механически это относится к самой системе ММР, я просто не могу поднять свой ММР.
Поэтому я особо не запариваюсь. Оно мне нахрен не надо. Я тут клоуничаю. Я пришел, чтобы развлечь народ. И, собственно, все. И сделать видосики. Все. Меня интересует развлечение народа и видосики. Но это мои выводы. Это выводы, основанные чисто вот на моем сугубо личном мнении. Оно может отличаться от любого другого. Да и в целом оно может отличаться от всего, что происходит в Смайте. Но я думаю, что это так. Ну, собственно, вот такой вот поток мыслей у меня был на стриме. Поток мыслей до сих пор как бы не изменился. Поэтому я надеюсь на ваш актив под этим роликом. Хотелось бы послушать ваше мнение. А вы знаете то, что комментарии я все читаю. Поэтому вам спасибо за просмотр. Не забывайте то, что в моей группе ВК сейчас проходит розыгрыш скина на Анхура. Всех жду. А на этом я вынужден вас покинуть.